Доброе утро. Доброе. Доброе. 7 утра. Мы уже на выходе. Чешем на репетицию. Воскресенье. Естественно, нам везет как никогда. На улице дождь. Я забыла зонтик. Возвращаться нам некогда, потому что нас уже такси ждет. Немножко утреннего города. Смог просто ужас. Сегодня красный уровень смога. Все в тумане. На улицу выходить вредно. Не, ну мне, естественно, везет. Конечно же, пошел дождь. А как известно, в 8 утра все закрыто. Что остается мне делать? Ну что, репетиция была где-то час. Я уже иду забирать Соню. Интересно, какая. Меня пустили в Starbucks, слава богу. Иначе бы мне пришлось торчать под дождем. Потому что у нас какая-то промозглая погодка сегодня. Дождик идет. Репетиция окончена. Идем отдыхать. А вы придете ко мне на концерт? Дедушка, бабушка, ты? Ну все, мы отправляемся на Сонин концерт. Тима вон с цветочками будет Соне дарить. Соня, вот так вот отпустите. Соня, я тебе. Супер. Джентльмен. Алло. Нас уже пропустили? Сказали подняться на второй этаж. Ты сказала на второй этаж. Тим, проходи вперед. You are the old numbers. You should come into that floor. Ряд, у нас Тима первый ряд. Пошли, Тим. Спускайся, иди в первый ряд. Ну что, мы с Тимой уже пристроились, мы сидим в самом первом ряду. У нас тут сцена прямо перед глазами. Правда, нам запретили пронести цветы в зал и запретили проносить воду. Поэтому все пришлось оставить в камере хранения. Потом побежишь, когда Соня выступит, побежишь за цветами. Thank you.
Сонь. Такие ресницы, ну-ка, глаза закрой. Закрой. Ух ты, господи. А теперь помахай ресницами, может, полетишь? Не летишь, нет? Ну все, поздно после концерта. Мы возвращаемся домой. Наелись, напились и идем домой. Соня, красиво. А я не мимо намазалась? Почти ровно. Покажи еще раз. Ну, почти, да? Чуть-чуть мимо. А вишня очень хорошо. Думаешь? Как тебе цвет? Мило. Всем доброе утро. Ой, с чего начинается мое утро? Это я буду себе делать кашу. Это овсянка, это семя льна. Буду смешивать с йогуртом самодельным и, конечно же, мои червячки. Попрошайка. Мам, подержи яблоко. Маффин. Ты ему больше не нужен. Яблоко же у меня. Сладкий. Нет. Кувырок. Вот так вот. Ну давай. Ой, ты моя сосисочка. Опять чап-чап-чап-чап. Ел. Вот она, наша кормилица. Сейчас буду делать хлеб на ночь глядя. Я уже засыпала молоко, муку, дрожжи, соль, сахар. Сейчас залью теплую водичку еще. Вот. И все. И на шестой программе быстрая выпечка. 2 часа 12 минут будет выпекаться наш вкусный хлебушек. И завтра с утра мы будем кушать свежие тосты. Доброе утро всем. Вчера вечером был такой прикол. В общем говоря, уже дети спят, уже хлеб испекся. В общем, около 12 ночи. И я решила, что мне холодно. Холодно под пледом спать, надо доставать одеяло теплое. А теплое одеяло в вакуумном мешке лежит на шкафу. И там еще два вакуумных мешка с какими-то вещами, еще какие-то подарочные коробочки стоят, еще какие-то упаковки чая. В общем, куча всего. Естественно, я не нашла ничего лучше, как просто начать тянуть за мешок с одеялом. И тут это было просто эпично. Все, что было на шкафу, начало падать на меня. С этого шкафа грохот, эти жестяные банки с чаем летят, все это грохочет. В общем, я такая думаю, блин, сейчас перебужу вообще весь подъезд. Но самое главное, я добыла одеяло. Это было самое главное. Потом я еще, конечно, полночи собирала все, что попадало, и складывала обратно. И, естественно, проснулась Соня. Скажи привет-привет. Привет! А где Синсин? Не знаю. Сейчас я придет. Открытку сделала. Сейчас Синсин придет, подожди. Ну, в общем, проснулась Соня, но я ее быстро умотала обратно спать. Вот, а Тима просто начал что-то разговаривать во сне. Вот, но не проснулся. А сейчас мы вышли маленько прогуляться прямо с утра. У нас чудная погода. Солнышко такое яркое. Ну, не жара, конечно, но приятно. Где-то градусов 17-18. Вот, и ждем мою подружайку. Вон она, кажется, кричит. Где-то кричит, мы ее слышим, но не видим. Где наша Клая?
в серединке. Маффин услышал. А вот она, Маффин там от счастья мрет. Наша подружка Кай. Соня для Син-Син сделала в открытку в подарок. Я еще волосы покрасила, потому что у меня как-то выгорел цвет, и тут уже рыжина какая-то была, совсем рыжие были, ржавые, некрасивые, мне не нравились. Поэтому я, ничтоже сумняшься, взяла и покрасилась в шоколад, как обычно. Дяденька вышел гулять со своей птичкой. Вон дяденька, вон его птичка. Какая птичка!